So where to now? I don't know. Never been to Madrid. I thought you wanted to go to Tokyo. We'll get there. Eventually. Коннитива, друзья, с вами как всегда Эван, продолжаем играть на сервере с Modern Rage, все как всегда, и как ты понял по названию по приверолика, сегодня мы с вами поговорим о данном легендарном Лексусе, и конечно же его сделаем под себя. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь нажать на лайк, подписаться на канал, написать коммент, все как всегда, ну и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай сочный бонус при заходе на сервер. Ну что, друзья, Lexus, Lexus LFA, один из легендарных автомобилей японского автопрома, мне кажется, даже мирового автопрома, который наконец-то добавили на сервер. Поэтому, какой у нас план? Сегодня мы поговорим про данный автомобиль, про фишки, его про особенности, поговорим, что же он из себя представляет на сервере, стоит его покупать или нет, затюнем, ну и короче, да. Поэтому что, начинаем? Ну что, я думаю, мы отправимся на ЕКХ, сразу сменим на Лексусе номер. А пока мы будем ехать на ЕКХ, поговорим о самой тачке, что она из себя представляет в жизни. Но перед этим, просто, можно еще раз? Ой. Ой-ой-ой. Не знаю, напишите в комментариях, это я один кайфую от выхлопа в GTA 5. Ладно, ну Lexus LFA это самый красивый звук суперкара. Ну что, давайте поговорим о самом автомобиле. Toyota, давайте я буду Lexus и Toyota говорить просто Toyota, либо просто Lexus, чтобы не заморачиваться. Вот. Toyota, так как и любой автопроизводитель, мечтала создать свой суперкар. Но все мы понимаем, что создать суперкар с нуля и как бы удивить весь мир и надрать всему миру жопу, это достаточно трудоемко и затратный процесс, и конечно же он уйдет в минус, но что не сделаешь ради мечты. Поэтому данный Lexus LFA разрабатывался целых 9 лет, и кстати раньше он не назывался LFA, он назывался LF-A. Впервые мир увидел Lexus в 2009 году, а в 2012 году как бы закончилось производство Lexus. И суммарно за эти 3 года Lexus выпустил всего лишь 500 штук у данных автомобилей на весь мир. Самое интересное то, что данный Lexus не был, как многие источники заверяют, серийным автомобилем, как другие суперкары, потому что этот Lexus идет в убыток. Вот. Поэтому первая цена в 2009 году, ой, как плохо текстура, на данный Lexus была 375 тысяч долларов. То есть в то время за 375 тысяч долларов ты мог купить себе две ламбы либо две феры. Но Lexus предлагал вот такой тебе вариант. А в 2012, когда Lexus доработал свой автомобиль, установив на него пакет Nürburgring, так называемый, облегченные колеса, доработанная тормозная система, доработанная трансмиссия, потому что у нее есть проблемы со сцеплением очень часто. Здесь стоит V10 4,8 литра на 560 лошадей. Доработали V10, добавили буквально 11 сил, и этот автомобиль, если по названию вы еще не догадались, мог хорошо так надрать жопу всяким суперкарам. Чтобы вы понимали, в 2012 году этот Lexus ехал на Нюрбургринге вровень с Porsche 911 GT3. Ну, кто шарит. Кто не шарит, короче, это пиздато. И совсем забыл сказать, что данный Lexus разгоняется от 0 до 100 за 3,7 секунды, а максимальная его скорость 320 км в час. А, и сейчас, если вы хотите купить данный Lexus, вам придется заплатить целых 500 тысяч долларов. И, кстати, за сколько я его купил, посмотрите прямо сейчас. Так, пацаны, я здесь договорился о покупке LFA, и мне сказали приехать на 6-й чип. О, а вот и наш LFA приехал. Здорово. Если честно, я на LFA вроде даже не ездил. Не ездил, потому что мне сказали, что даже звук похож такой, как в жизни. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой, все, пацаны, я ее купил, забейте, я ее купил.
Я беру в Альвареса сейчас опять дом, опять минус лям. Меняю номер с цешки, продаю цешку, покупаю ЛФА и отдаю дом. Короче, сейчас суета дикая, главное все вовремя успеть. Это кто-то бегает вообще, спортом занимается. Уже залетаю к этому дому, как Сефе на родину, блин. Добрый вечер. Здорово, здорово. Неужели мы встретились опять с этим человеком, который кинул? Да в смысле кинул? На целых 2 часа, брат. Ты сам себя кинул. Сейчас, подожди, цешку продам и подойду к тебе. Цешки номера сейчас перекинуть. Подожди, одну секунду, номера перекину. Цешка, бат, сюда, на сливу. Он сейчас скажет, а я думал с номерами, вот это будет гон. Так, перенес. За 4.3 цешку продаем нормально. Я ее только что чуть не продал за 4. Вот, и в последний момент мне написал человек, что готов забрать за 4.3. Поэтому благодарю. XX Gunsters. Давай, удачи. Так, следующий подходим. GRX Mix SPB. Ой. SPB. Сейчас сольет мне LFA, который я искал тоже очень много. Ну, об этом поговорим. Так, значит, деньги 18 миллионов. На базу. Один владелец. 450к. Благодарю. Вот, как бы, миксу большое спасибо. Вы слышали только что-то? Все, спасибо, да. Давай, да не жду. Просто бомба. Спасибо, что разбил. Ну так, в принципе, его купил. Недорого. Спасибо. Но сейчас это дорого, потому что я открывал, и буквально где-то дня 2 назад его продавали по 16. Ну, обидно, зато я рано купил, как бы, всякое бывает. Lexus LFA, я долго думал, с какой тачки переставить номер, реально долго думал. Так как у меня освободились 0.04, 0.04 это ушло, на это не смотрите. Вот, никакую тачку я не планирую продать, но есть у меня один автомобиль, вот этот, 21.08, который, в принципе, мне не нужен, а номер на нем стоит очень прикольный, и он очень сильно подойдет данному Lexus. Поэтому мы потратим 500 тысяч и установим сюда нормальный номер. Такой пацанский, я бы сказал. Не, ну четверки прям под этот дизайн, вот прям подходит. Я специально купил его буквально дней 10 назад, а может уже больше, просто я хз. Вроде еще зима была, когда я его покупал. А может и нет, а может и да. Но я на нем специально не ездил, чтобы ездить уже на нормальном затюненном. Теперь давайте поговорим, как он появился на сервере. Да, начну нахваливать, ладно. Смотри, есть предложка, куда можно скинуть свои автомобили, если кто не знал. Которые вы хотите видеть на сервере. Вот, раньше она была в ВК, сейчас она есть на форуме. Как она работает? Типа, много людей скидывают свои автомобили, которые они бы хотели видеть на данном сервере. Вот, и какой автомобиль чаще повторяется, тот автомобиль и, соответственно, добавляли на сервер. Но, Lexus, если честно, я не видел... Подожди, сколько у меня бензин? Давайте заедем на заправочку. Но Lexus, если честно, я даже не видел, чтобы кто-то добавлял. Я раза 4 писал в предложку, что, блин, пацаны, добавьте Lexus LFA, пожалуйста. Звук офигенно, у него спойлер вылазит. Ну, хотя бы второе не работает, ну ладно. И они, кстати, добавили, чем я очень сильно удивлен. Спасибо. А, мы приехали на заправку, да. Пошел чип менять. Кстати, чип от предыдущего владельца. У меня же здесь 2 владельца всего лишь. 2 владельца? 2 владельца. Чип офигенный. Он рулится. Не, хорошо идет, и не несет ее. Поэтому чипок можете вот скопировать. Я сейчас вам покажу трансмиссию, тормозную систему и колесные тяги и подвеску. Вот. У кого есть Lexus, рекомендую. Чип офигенный. Либо можете там меня увидеть в игре, я вам сам чип поставлю. Кто долго меня смотрит, знает, что я могу купить автомобиль из-за всякой мелочи. Там я могу купить автомобиль из-за того, что спойлер вылазит. Там могу купить из-за того, что фонари красивые. Там могу купить из-за того, что подножка вылазит. И я могу на это повестись. Но, блин, добавить LFA и добавить его без адаптивного спойлера, который сам поднимается. Но это боль. Это боль, реально. Да, прикольно, что они добавили Lexus, самый жирный, в самой максимальной комплектации, самый доработанный. В жизни, как бы, Nürburgring это вообще там очень редкий Lexus, и он хорошо ценится. Но в игре
Как для меня, лучше было бы два беса на LFA. То есть первый стандартный, купили с автосалона. Может, антихром какой-то добавить. Ну, чем больше тюнинга, мне кажется, тем лучше. Чем больше кайфа ты получаешь от игры на сервере. В чем прикол купить тачку, поставить диски и все. Но это неинтересно. Вот, а второй тюнинг — это вот этот обвес Нюрбургринг. То есть юбка передняя, вот эти канарды, которые капец, спойлер и задний диффузор. Вот кому нравится, ставит, кому не нравится, не ставит. И стоил бы он ляма 3. В принципе, для данного автомобиля нормально. Ну, как бы, да. Тем самым временем мы приехали в смотр Rage Customs. Может, я здесь наговорил, обвес есть. Вот это будет прикол. Да не, ладно, шучу, обвесов нет. Самое главное — это цвет. Винилов на него, слава богу, нет. Вот цвет на него подобрать — это очень сложно, потому что Lexus, как вы знаете, ну, может, не знаете, LFA были популярны в, можно сказать, в двух цветах. Это серый, серо-белый такой, и оранжевый. Такой желто-оранжевый. Вот, вот типа что-то такого. Ну такой, блин, Эван, у тебя что, других цветов нет? Просто серии Lamborghini оранжевая, желтая. В этой серии Lexus оранжевый. Ну блин, я даже не знаю, кстати. А насчет фиолетово-синего такого тоже выпускался. Кстати, темно-синий, что... Ой-ой-ой, ну это дорого, но... Не хочется темно-синий, если честно. Не знаю, может, захотите или нет, но я хочу вторую оранжевую тачку. Хоть я вообще не любитель желтого и оранжевого цвета, но согласитесь, что именно в этом цвете она смотрится охеренно. Вот этот цвет прям ей идет. Это то же самое, как Феррари не покрасить в красный. Вот это LFA не покрасить в оранжевый. Перламутр в краску, 189 тысяч. Стоит ли портить перламутром назад? Короче, 90 тысяч платим. Такой вот апельсиновый цвет, ну, выглядит, мне кажется, сочно. И самое основное — это диски. Диски хотя бы здесь мы должны поменять, потому что на последних трех автомобилях мы вроде диски даже не меняли. Как минимум вот эти. Даже, блядь, пол ляма не жалко реально. Хотя не жалко. Какой я обманываю. Ну, пацаны, что-то мне вот эти диски прям зашли в начале. Плюс-минус. Давайте их и попробуем поставить и настроить сразу же. Так, пацаны, вроде я настроил. Вроде не выпирает. Вроде все красиво, по арочкам все стоит. Ладно, 180 тысяч и диски 513, и еще высота подвески. В итоге нам выходит 873 тысячи рублей. Не, ну все-таки эти диски ему плюс-минус идут. Можно сказать, не заколхозил. Ладно, поехали мы сольем наш автомобиль, нашу восьмерку. На старый утиль поедем, прокатимся. И теперь добавим немножечко информативности в данный видеоролик. Поговорим о данном Лексусе и поговорим, стоит ли его покупать или нет. Знаешь, что получается? Новым данный автомобиль стоит 18 миллионов. Максимальная скорость 340 км в час. Продажа в гос его 13 миллионов 500 тысяч. Стоимость ФТ на него 3 миллиона 982 тысячи. Кстати, я не знаю, с учетом дисков или без. 5 мест в багажнике и 75 литров в бак. Ну, в принципе, это вы и так могли здесь посмотреть. 18 тысяч пробега. Да не, нормально, нормально. Стоит ли покупать Lexus LFA? Давайте начнем с того, вы покупаете тачку по имбовости, типа цена-качество, цена-максималка, или вы покупаете тачку, которая вам нравится. Это чисто такой философский вопрос. Например, мне этот LFA очень нравится. Раньше в детстве я вообще не понимал философии и вообще этот дизайн этого автомобиля, но сейчас, особенно вот эти три трубы сзади, да пиздец, блин. А вот сейчас мне он капец как зашел, но... Целесообразна ли данная покупка? Многие скажут, что нет. Многие скажут, что да. Все зависит от того, готовы вы ли переплатить или нет. Но перед тем, как я продолжу, давайте сольем нашу восьмерочку. Только восьмерочку надо почистить багажник в нее, потому что можно слить восьмерочку с дорогими чертежами. Ну, я так думаю. Здесь, кстати, есть коньячок, виски, водяра, пиво, вино, спирт. Может, кому-то что-то надо, можете написать мне в Discord, либо в комментариях, как-то с вами свяжемся. И вот вообще, все, что вы видите на экране, все я продаю. Пишите, с вами договоримся. Восьмерку жалко продавать, потому что она, ну, реально стильная на ББСах, на оранжевых центрах, сори, не на оранжевых, на медных. Ее, в принципе, можно было бы вот с СГУ сверху, как вы видите, конечно, она маленькая, ладно, шучу, это рок у меня. Восьмерка топ, наездила на нее 375 километров. Моя бродяга, из-за этой восьмерки я посидел в тюрьме 7 часов. Ее можно, конечно, продать кому-то другому, она ФТ-шная, красивая, но у меня как бы минус 5 мест, и этим заниматься я не буду, поэтому сольем ее в утиль за 180 тысяч.
Знаешь что, возвращаемся к Lexus. Ну, давайте возьмем то, что у него максималка 340, да? Что у нас едет 340? 340 у нас едет Audi RS7 RS6 в кузове C8, BMW M5 F90 KS, она вроде тоже едет 340. 340 у нас едет еще Lamborghini, и 345 едет, ну, вернее, Lamborghini Diablo, и 345 едет Lamborghini Huracan. Но если вам не важна такая максималка, то есть еще куча автомобилей, который едет по 330. Там ешки, не ешки, и джули, не джули. Знаешь что, Audi у нас стоит по 12 миллионов. По 12, по 13 миллионов, если я не ошибаюсь, да? Этот автомобиль стоит 18. А Audi больше багажник. У этого автомобиля багажник всего лишь на 5 слотов. А Audi 4-местная. О, кого-то приняли. Давайте покинете транспортное средство. Давайте на обочину встанем. РП процветает, как бы я сказал. Ладно. Как бы в Audi 4 места, здесь всего лишь 2. Стоит ли переплачивать 6 миллионов? Насчет чипа, кстати, насчет чипа. Я вам показал, он в принципе едет, рулится, его не кидает, поэтому хендлинг здесь плюс-минус нормальный. Lamborghini Diablo стоит за 30-ку, Huracan за 25, KS, кстати, стоит 15. Она стоит плюс-минус также 15-16, как минус, как плюс-минус вот этот LFA. Но это уже, в принципе, решать вам, что вам больше нравится и что вы больше хотите. Эксклюзивность или, как бы, обыденность, но современную. Пиздец, казанул, конечно. Давайте замерим под мостом все, как всегда. Раз, два, три. 60, 100, 200, 300. В принципе, 2,7 до сотки и 7,2 до максималки. Можете сравнивать со своими автомобилями и выбирать, стоит покупать или нет. Если хотите, покупайте, кайфанете. Лично я рекомендую. Ой, а кто каптится? Элит, я сата понял. Как вы видите, я превзношу в моду в эксклюзивные и редкие автомобили в оранжевом желтом цвете на этот сервер. Поэтому, если тебе этот ролик понравился, обязательно дай знать лайком. Напиши, как тебе перебивки в начале, я надеюсь их сниму, потому что еще их не начинал снимать. Комментарий напиши, как тебе данный автомобиль, есть у тебя он, хочешь ты его купить или нет. И, конечно же, подписочку на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики, и колокольчик, чтобы их всегда смотреть первым. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.